Всем привет! Я в парикмахерской работаю. Ну, как работаю? По 3-4 клиента, ребята. У нас сегодня жара. Ну, неимоверная. Утром я поливала эти цветы. Кстати, показываю свой новый педикюр. Такая слива. Классный лак. Так, что еще хочу сказать? Соседка вон приехала с дачи. Походу и на даче очень-очень плохо. Немножко подметала здесь. Ой, жарит. Просто неимоверно жарит. Ребята, у меня включен кондиционер. Ой, на сколько? На 25. Я мучаюсь от безделия. Ну что такое? 3-4 клиента. Ну кто пойдет в такую жару? Ну кто пойдет в такое пекло? Это пекло. Только в суд. Вот этот суд привозит и привозит каждый день КАМАЗами. Каждый день КАМАЗами. Нарушителей спокойствия. Так. Музыка. А здесь у меня 15 минут 5. На 5 еще будет клиент. Мучаюсь, просто мучаюсь. Что я делаю? Я отрезаю джинсы. Потому что, ребят, смотрите, какие у меня джинсы эти, шорты. Сейчас я покажу в зеркало. Вот. Кстати, я похудела. Видите, какие ножки. Ну, вот эти лохматни. Что-то они мне так вообще разонравились. Ну, во-первых, они стали дырки больше. И я, когда их надеваю, я умудряюсь куда-то пальцем залезть. Так. Вот мое рабочее место. Ой. А это второе рабочее место. Ну, животик поубавился. Не знаю, сколько я вешу. Надо сегодня прийти взвеситься. Прям самое даже интересно. Ну, а что? Я ничего не ем, ребята. Я утром вот поем, потом иду на процедуру, как я говорила уже, да, я лечу уже спину полгода. Ведь никак ее не вылечу. Этот зажатый нерв мышцей, он никак не разжимается. И вот сейчас у меня еще и протезирование. Я не показываю свое лицо прям, ну, как бы крупным планом, потому что я могу вот так показать. Ну, когда я поставлю красивые зубки себе металлокерамику, и тогда я буду снимать нормально. Так, значит, я шорты делаю. Брюки превращаются в элегантные шорты. Вот я думаю, или их размахрить вот здесь вот, или вот завернуть. Как лучше сделать? Ну, это вот заворачивать. Это надо отглаживать. Надо подшивать. Обязательно подшивать надо. У меня машинки нет, руками. Что я делаю? Я пью кофе. Я уже сегодня какую чашку? 4-ю. 2 дома, 2 здесь. И ем вот такую ерунду. Я не знаю. Может, скажут, что это ерунда. Это... Как они называются-то? Хлопья. Рисовые хлопья. С лесными ягодами. Вроде как без сахара. Вот. Они, знаете, они такие вот воздушные. Как попкорн, да? И пахнут соком. Вот тут семечки. Вот. И они, видно, в желудке разбухают. И долго не хочется есть. Вот. Ну, а воду я пью. Воду, конечно, пью. Нашу любимую. Так, что с экраном? Волжанку. Вот. Конфетки поменьше стараюсь вообще. Кругом маски. Ребята, маски просто везде. У меня в сумке. В кармашках, во всех. Потому что я на процедуры хожу, да? Каждый день маска. Вот я ее надеваю.
Зашла в поликлинику, сделала процедуры, выхожу, я ее выбрасываю. Потом руки гелем обрабатываю и пошла. И так вот уже завтра третий день у меня будет. Ну, что я хочу сказать? Не знаю. Врач из Самары, который нейрохирург, сказал, что это будет длительный процесс восстановления. Что у меня? У меня защемило нерв. Нерв защемило при ударе. И он вот теперь меня мучает. Я сегодня под утро проснулась. Ой, как болит спина. Пошла, выпила обезболивающее. Показываю свою парикмахерскую. Кстати, ребята, я продаю однокомнатную квартиру. Кому нужна однокомнатная, просто упакованная квартира в Тольятти. На Южном шоссе, но не на дороге она. А она, как сказать, внутри квартала. И все там, и кондиционер есть, и плитка в ванной, на кухне кухонный гарнитур, новый холодильник, в зале комната там, правда, 14,5, но, вы знаете, там такая огромная лоджия, как в трехкомнатной Москве. Сын уехал в Москву, он же живет в Москве, работает. И я продаю. А почему продаю? Пока секрет. Ну, продаю. Потом скажу. В общем, а еще о чем хочу сказать. О том, что народа нет. Это я уже говорила, что я мучаюсь. Ой, жарко, очень жарко. Сегодня 37. Да, сегодня 37. Россия 24 передавала, что Саратов 40. Парень идет вообще, снял майку. Тут можно так даже и обгореть. 5 минут пройдешь, и 10 обгоришь. В общем, жара стоит. А Турция закрыта. Граница закрыта. Как хочется отдыхать. Ой, как хочется отдыхать. Ну что, будем ждать, что там дальше будет с этим коронавирусом. Ладно, всем пока-пока.